конечно, надо разбудить сознание всех и каждого человека. К людям должно прийти понимание, что перед ними историческая веха. Прошлые эпохи проскочили бесследно. Тысячи лет не изменили людей. История не может меняться мгновенно. Но нельзя оставаться в мире теней. Люди не знают своего вчера. История всегда исчислялась веками. Для истории важнее времена Мега. Археология говорит миллионами с вами. Наступает год Солнца, или 26 тысяч лет. Значит, было еще 5, или 130 тысяч. Сегодня прерывается бесполезный полет. Человечество поднимается выше. Это действительно исторический шаг. При жизни шагнуть в вечность. Человек при жизни становится маг. Из конечности перейдет в бесконечность. Нет у человечества такого опыта. Полет человека был ограничен телом. Сегодня для него дорога открыта. Человек способен управлять светом. Человек никогда не управлял миром. История ломает различные представления. Человек жил под аккомпанемент мира, не понимая, что он богоявление. Только сейчас это стало понятным, что в человеке сокрыты богодары. Знания Бога говорят внятно, что он способен творить миры. Сложно это понять и принять человеку. Сознание ограничивают обстоятельства. Ложь религий проявилась лишь в этом веке. Открылись человеку и обязательства. Обязательства – это человек в клетке. Это сломанные на века крылья. На каждом человеке есть Бога метка. Возможности его поросли былью. Остались былины о возможностях человека. Человек сотворил Александрийский маяк. Не способен он на чудеса в этом веке. Строит человек-раб все кое-как. Человечество подошло к точке отсчета. Тьма старается опустить вас совсем. Скоро изменится в душе погода. Откроется сразу 7 тел всем. Начинается век к звездам полета. Полета человечества к звездам. 6-я эпоха – эпоха нового счета. Время не будет делиться уже по годам. В человеке важнее душа, а не тело. Придется перешагнуть условности. Я уже говорил, шагайте смело, и объяснил вам ваши способности. Бог в Конституции – предупреждение. Править миром будет посланник. Ждет людей веры перерождение. На другую планету перейдут странники. Вам придется восстановить планету. Говорил, что она – школа богов. Ваша жизнь станет разменной монетой за жизнь свободных людей без оков. Вам надо срочно готовить людей. Вам дано задание спасти Россию. Что Русь и Европа одно, вам будет видней. Спасти Родину и людей – ваша миссия. Аминь. Отец Абсолют. 11 декабря 2020 года. Катрен. В человеке важнее душа, а не тело.